Ты подготовилась, Хандан? А ты, Халиме? Касем? Вот и пришла пора ответ держать, не так ли? А знаете, думаю, что лучше это обсудить завтра утром, когда мы будем провожать вас во дворец плача. Дорогу! Султан Ахмед Хан Хазретлери! Здравствуй, лев мой. Здравствуйте, матушка. Я так волновалась, сынок. Видите, я жив и здоров. И дома уже. О, мой властительный внук, хвала Аллаху, ты вернулся в добром здравии. Стража! Вас ждет приятный сюрприз. Моя любимица Раша Хатун. Она попала в плен к Джалялин. Поэтому я так спешно покинул дворец. О, хвала Всевышнему! Как ты, моя девочка? Благодарю вас, госпожа. И я, и ваш внук в добром здравии. С благоволения Аллаха я подарю повелителю Шехзаде. Аминь.